Я на месте. Вроде все просто. Как запустишь шпиона, заработает вирус. Он найдет в системе мои данные и все потрет. И шпиона не засекут? Не-а. Теперь только я буду за всеми следить. Мисс Гарднер, Дэмиан Брэнкс хочет поговорить. Дэмиан Брэнкс? И о чем же? Сказал, что о Раймонде... Тибон, ясно. Готово. Пусть и мастер, войдет. Шпион на месте. Да, это я уже понял. Супер. Уходи оттуда. Секунду. Мне тут имя попалось. Один мой знакомый здесь. Проверю. Не глупи, с этими ребятами шутки плохи. Да я скоро. Я вас слушаю. Значит, Реймонд Кинни? Все по порядку. Я тут нашел некие файлы, очерняющие руководство CTOS. Какие файлы? Очень ценные. И нет, это не шантаж. Не шантаж? А что? Все просто. Хочу отдать их вам. А если честно, что вам нужно, мистер Брэнкс? Мне нужен доступ к CTOS. Меня Кинни, файлы и Мститель, как закончу с ним. Да-да, начальство этого не позволит. Но зачем вам знать? Кинни совсем рядом, полный. Разве не здорово? Прошу прощения. Кинни найден. Шевелитесь. Всегда рад помочь, если что. Тревога была. Проверьте все. Вот чё. Дэмиан все похерит. Он что, идиот? Кинни нам нужен. Надо его вытаскивать. Никого тут нет. Иду дальше. Никого. Проблемы. Ты, походу, совсем запутался. Твоя задача – стереть мои данные из их системы. Это да. Но за тобой выехал потом. Послушал бы интуицию, не совершил бы ошибку, не вышел бы из комнаты. Пожалуй, да. Твою ж ты налево. Ладно, только давай поживи. Thank you.
тех парней. Будьте настороже. Все чисто! Теперь дело за тобой! Ладно, надо двигать. Черт, походу придется все тут взорвать. Нужно ловушки зарядить. А потом резко валим. Черт. Все чисто! Теперь дело за тобой! Ладно, надо двигать. Черт, походу придется все тут взорвать! Вот черт. Ладно, погнали, чел. За мной! Бомбы есть, но это не все. Там детонаторы срабатывают задержкой. Главное, не дать обезвредить. Затычки есть? Что? Без шуток. Для такого случая нужна хорошая музыка. Thank you.
все. Славно бабахнуло. Давай еще. Эйден, шевелись! Понятно, через несколько секунд. Чтобы бабахнуло, надо будет подождать. Их нельзя подпускать. Задержи! Вперед! Все равно мы тебя найдем. Мать твою, снайпер! Что за хрень? С этими парнями шутки плохи, Эйден! Черт возьми! Вали его! Звездец близко. Вот, окажите честь. Погоди, ты. Да погоди ты. Пойдет в портфолио. Давай.
извини, что все так вышло. Забей! Я уже столько всего терял в этой жизни, что меня это не парит. Завидую тебе. Я бы тоже так хотел. Если честно, чуть кирпичей не навалил. Но я рад, черт возьми. Несмотря ни на что, я свободный человек. Буду должен. Привет, Чикаго! Да, а вписка для меня будет? Ну, есть старая станция сети ОС. Не бункер ли? Пойдет. Хочу уже сам увидеть эти файлы, из-за которых начался такой сыр-бор. Только не забывай, Тибон. Это выкуп за мою сестру. Можешь не волноваться. Ты мне помог. Моя очередь. Триллионами байт информации, а? Ну, придется на время залечь здесь. А это кто? Не знаю. Она связана с одним старым делом, но кто-то не хочет, чтобы я понял, как. Вижу, все хорошо. А мне ты расскажешь, что случилось? Шпионаж, подкупленные копы, куча взрывов, милая. А ты кто? Это Клара. Клара, это Тибон. Также известен как легендарный Реймонд Кинни. Тибон? Не все тут у нас красавцы, детка. Нет, я... То есть... Блин... Я твой фанат. О, шанте. Ну-ну. Что случилось? Там был Дэмиан. Что? Как он узнал? Без понятия. Он мутит что-то. Похоже, с Блем. Ты мне не говорил. Погодь. Выкладывай, во что ты вляпался. Без шуток, или хрен тебе, а не помощь. Так? Дэмиан и Блюм? Об этом можешь не волноваться. Я сам решу, о чем мне волноваться, Эйден. Послушай, мне нужно имя на сервере. Так что с тебя расшифровка, с меня файлы. Но есть одна заковыка. Эй, нам никак без эксперта. Там использован именно твой шифр. Нам нужен Реймонд Кинни. Ты уверен, что сможешь добыть этот файл, не попавшись? Нет. Ну, хотя бы честно. Ну что, тогда вперед. А Клара пока кое-что мне прояснит. Спасибо. Да, у меня тут прямо банда собралась. Клара за... мониторами. Тибон помогает со взломом. Ха. Джорди тоже без дела не сидит. Выясним, что прячет Ирак. Где тебя носило? Помню. О, сочувствую. Я собираюсь бросить ремонт. Мне нужен.
Ты мне столько не платишь, и я еще пожить собирался. Да не паникуй. Ты снайперка. Опять? Ну, это еще ладно. Да. Угадай, где я. Да куда уж мне. С нашим старым другом. Морис? Дай его. Кто это? Что? Кто это? Не заговоришь? Слышишь, не отпущу. О, нет. Черт, ну же. Я не знаю. Поймите, я попал. Все вижу. Вижу эту девочку, и она. Все смотрит на меня. Заткнись. Я сказал, заткнись. Все, хватит ныть, иди на место. Боже, что ты ему сказал? Встретимся там. Бросив ремонт. Лады, договорились. Топку битбага. Пойду лучше сам. Я уже знаю, что там где. Ирак внутри, он сразу поймет, кто к нему пожаловал. Знает, зачем я приду. И я заберу это. Бросив ремонт. Да, вижу. Ты хоть скажешь, на кой черт тебе эти ребята? Они похрен? Так-то похрен. Мне нужен один комп внутри. Да не, мне правда насрать. Вот реально. Просто так спросил. Свой подход к поддержанию порядка. Какие-то они стрёмные. Эх, молодежь. Черт, да сколько их там? Ты точно туда хочешь? Не особо, но у меня нет выбора. Вот твоя проблема.
вечно упускаешь крупную рыбу. А эта мелкота – один большой нескончаемый геморрой. Это все? Ага, еще чуть-чуть. Клара, сможешь открыть дверь? Я пытаюсь. У Тибона есть идея. Да, у них на таких дверях стоит мой код. Удаленно не так-то просто будет, но твоя умница выдала шикарную мысль. Если отрубить питание, код на полсекунды сбросится на дефолтный. Который ты знаешь? Да, я сам его писал. Давайте к делу. Думал, мы тебя не ждали. Так, это не мобила. Надо проверить. Думаешь, ты крут? Да ты у нас классно рубишь в сетях. Но я тоже. Да нахрен! Двигайтесь куда-нибудь. В кошмарном мире живем. Одно хамство, да? На самом деле, наверху мы играем совсем не на том уровне. Кто посчитает за нами улицы? Понимаю, умирать не хочется, а придется! И инфа, которую находим, наша валюта, которую легко знать. На все районы, на все знакомы. И до мэра доберутся только. Ничего, ничего! Все равно тебя достану! Черт, укрытие! Шкерится там, в темноте! Урода кусок! Черт, граната! Тебя кровь, котенок! В камикадзе играешь, дружок! Лучше ты дома сидел! Oh!
словлю пулю. Здесь легко заблудиться навсегда. Не боишься, дружок? Это смерть твоя близится! Блин, я был ничем и ничем, и не просил ни у кого ничего. Но сейчас... Мы тебя не тронем. Смотрите новости. Я все это провернул сам. Один. А вы чего добились? Берегись! Черт, это ж бомба! Так, Лара, я на месте. Процесс пошел. Принимай файлы. Ага. Уже вижу. Тибон начнет расшифровывать, когда все скачается. Пачка там здоровенная. Сокровища Ирака. Компроматы. Долго же он данные собирал. Все скачалось. Уходи оттуда. Тибон начал расшифровку. Скоро буду. Криспин? Не, этот... Пирс, так? Это все ты, Пирс? На торгах? Ирак! Вся эта херня от тебя? На меня сейчас валится тонна дерьма! Замри-ка. Тебе это так с рук не сойдет. Ты путал мне карты. Лез куда не надо было, да? Все решил похерить? Ирак, все мертвы! Это ты. В Мерло, там был ты. Здесь мое сокровище. Творение. И ты думал его отнять? Ты отнял у меня намного больше. Че ты несешь? Мать твою, да ты кто вообще? Может, властитель этой помойки? Да нет! Или шавка Лаки Куина? Пошел ты! Иди нахер! Да, немало я таких повидал! Сплошное самомнение!